радужные друзья. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. А иначе мы придем за тобой. Да, время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышло два новых крутых мультика про человека за окном. Человек за окном против мамы и ребенка длинные ноги, человек за окном против Хаги-Ваги. Не забудьте посмотреть, ссылочка в описании. Ребятки, всем огромнейший приветик. Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно же, Дарк. И сегодня, ребятки, мы вам покажем все виды радужных друзей в игрушке под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, ребята! Буквально, ребятки, недавно у нас было только три вида радужных друзей. Это Rainbow Friends и радужные друзья из первой главы. Это синий радужный друг, зеленый радужный друг и, конечно же, оранжевый радужный друг. Теперь же уже, ребятки, появились радужные друзья из второй главы. Из второй части, вот такой вот фиолетовый. Фиолетовый радужный друг, вот такой желтый цыпленок, желтый радужный друг, и розовый вот такой какой-то странный чудик, радужный друг. И теперь их, ребятки, целых шестеро, шесть радужных друзей. И сегодня мы, ребятки, за каждого поиграем, каждого протестируем, на что он способен, и посмотрим, что это вообще за такие радужные друзья Rainbow Friends. Ну а если вы, ребята, хотите больше роликов про радужных друзей, то давайте, ребята, берем на этой серии 10 тысяч лайков. И мы, ребят, обязательно много всего еще интересного запишем. Ну и да, ребятки, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть с радужными друзьями. Какие битвы, эксперименты или какие рубрики. Дерзайте, друзьяшки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы, ребятки, приступаем. Ну и, ребята, мы начинаем. Ну и, друзьяшки, я сначала давайте поиграю за маленького такого оранжевого динозаврика, за маленького такого оранжевого радужного друга. Да, ребят, оранжевый радужный друг. Ну, видимо, кстати, реально, ребятки, наши радужные друзья решили сложить какую-то радугу, да? Дарк, ты не помнишь, сколько цветов в радуге? По-моему, 7. Ну, что-то около того, да, ребят. Что-то, по-моему, около 10, а может даже и 7. Но если, ребятки, 10, нужно, получается, больше монстров. Ну, я думаю, ребят, в скором времени еще появится третья глава, да, радужных друзей Rainbow Friends'ов. И там, ребятки, будут новые разные чудики разных других цветов. Пока что и синий, зеленый, оранжевый, розовый, фиолетовый, желтый. Не хватает там какого-нибудь еще белого, наверное, да, красного. Ну, короче, друзьяшки, думаю, еще такие монстры обязательно появятся. Кстати, ребятки, если вы знаете, пишите в комментариях, сколько цветов в радуге. Так, давайте, ребят, теперь поиграем за этого маленького оранжевого чудика. Вот такой, да, ребятки, маленький динозаврик, маленький оранжевый друг. Вот сейчас давайте посмотрим, насколько он сильный. Эй, спецназовцы, привет, давайте дружить. Ах вы, не хотите со мной дружить? Ну, сейчас я с вами сам подружусь. Да. Хо-хо-хо, ребят, смотрите, мы его съели. Хо-хо-хо. Обалдеть. На, получайте. Ну, это, ребятки, только разминка. Конечно же, ребят, только разогревчик. Людишки, это самая маленькая, самая слабенькая. Думаю, с кем могут справиться наши радужные друзья. Я думаю, всякие монстры, там мультяшки, мостовые черви или даже кто-то побольше. Вот это как раз, ребята, те, кто должны быть как раз против наших радужных друзей. Так, это, ребят, кажется, у нас Дарк бегает, какой-то ученый в каком-то костюме. Так, ням-ням-ням-ням-ням. Так, вот, ребят, смотрите, еще человечек. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот этого, ребят, схватили. Дарк, иди сюда, ты что бегаешь, а? Что бегаешь? Что прячешься? Так. На, получаете. Ну, кстати, ребят, да, довольно-таки мы легко, в принципе, справились с этими людишками. Кстати, смотрите, ребятки, есть классные способности у радужных друзей. Я, ребятки, могу стоять, смотрите, с этой стороны и просто сам людей притягивать. Ох ты, а ты по мне стреляешь чем-то, а? Больно вообще-то, на! Да не туда, ребят, не туда, да ё-моё, а, уклоняется, уклоняется. Сейчас я тебя загоню, на, всё. Всё, ребят, перебили мы всех людишек. Смотрите, сколько их валяется здесь. Кстати, возможно, вы, ребятки, спросите, почему мы это находимся на какой-то фабрике игрушек, да? Playtime Corporation. На фабрике игрушек Playtime. Ну, вот так вот, ребят. Сегодня мы решили здесь побегать. Наши радужные друзья сюда забрели. О, ребят, смотрите, мультяшные котопсы. Они, кстати, не такие уж, что, ребята, слабые. Ага. Так. На, получайте, на. Ого, сколько их. Так. Вот, все, в принципе. Разобрались. Что-то, ребятки, оранжевый динозаврик не такой уж-то и сильный. Угу. Ну, в принципе, он маленький. Видите, насколько он меньше, чем мультяшный котопёс. Он, ребят, в два раза меньше, чем он. Поэтому как-то вот так вот. Ну, вообще, да, друзьяшки, такой вот прикольный маленький оранжевый друг. Один из радужных друзей. И давайте мы теперь, ребятки, за кого-нибудь за другого поиграем. Хотя, подождите, я, кажется, что-то слышу. Хаги-Ваги прибежал. А ну-ка, иди сюда. Во. Хаги-Ваги, а ты будешь со мной драться? На, все, ребят, минус Хаги-Ваги, капец. Мы его уработали за несколько ударов. Такой, да, ребятки, оранжевый прикольный друг. И давайте теперь поиграем за следующее. Давайте теперь, ребятки, поиграем за розового радужного друга.
Ну что, ребятки, теперь играем за розового такого чудика какого-то. За розового радужного друга. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какие у него, друзья, суперспособности? А, ну примерно такие же, как у оранжевого, я понял. На, получайте. А, ну кстати, ребят, смотрите, он, кажется, посильнее будет. Ага. Мы, кажется, до удара намного, ребят, больше людишек перебиваем, чем оранжевый радужный друг. Ну мы, кстати, ребят, уже устраивали битву. Старые радужные друзья, это получается синий, зеленый и оранжевый, да? Против новых. Против розового, желтого и фиолетового. Мы, ребят, уже такую битву устраивали на канале, так что обязательно посмотрите. Капец, ребят, сколько там людей стреляют в дым, а? Ах вы, где вы там? Вы меня разозлили. Так, ребята, валим их, валим, валим, валим. Так, 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 вот. Еще один, смотрите, бежит. Еще один, ребята. На, все, готово. Ребят, из дыма стреляют. А, ребят, смотрите, тут еще один. Капец, спрятался в дыму. Ну все, вроде всех поперебивали. Никто не спрятался, да вроде нет. Я, кажется, слышу какую-то музыку. Я, кажется, ребят, слышу... Это музыка Хагиваги. Так, 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 так. Точно, мы же, ребята, фабрики игрушек Поби Плейтайм. В принципе, ничего удивительного, да? Так, а, все серьезно, с одного, ребят, удара, с одной атаки мы его убили? Так, смотрите, ребят, тут несколько Хагиваги. Несколько Хагиваги прибежало, оказывается, на этой фабрике игрушек он не один. Их, ребят, несколько. Походу, очень даже, ребятки, видите, он не один. Так, еще минус один. А, нет, кстати. Живой еще, вот все, добили этого. О, ребят, заметил, смотрите меня. Так, давайте. На, получай. На, все. Ну, вообще, да, ребятки, такой прикольный розовый чудик. Мы неплохо так за него поиграли. И давайте теперь, ребят, поиграем за следующего. Давайте, ребят, теперь поиграем за желтого цыпленка, за желтого радужного друга. Ну что, ребята, теперь следующий радужный друг. Вот такой вот маленький, желтенький цыпленок. Кстати, ребят, пишите в комментариях вашего любимого радужного друга. Мне, например, из старых радужных друзей, то есть зеленый, синий и оранжевый, больше всех нравится зеленый. Вот этот вот. Ой, ребята, кажется, застрял у нас. Он слишком большой, во, все. Вот этот, ребят, мне нравится. Кстати, из новых мне, ребят, нравится, конечно же, фиолетовый, прикольный. Но мне больше всего, ребят, на самом деле нравится даже не фиолетовый, а именно вот этот желтый, маленький такой цыпленок. Он реально, ребятки, так вот как-то прикольно выглядит. И вот мы теперь, ребятки, до него дошли. Давайте теперь за него поиграем. Так, 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 так. О, людишки, ребята. Ну что, давайте с людишками разберемся. И будем, ребят, валить уже разных монстров. Люди, походу, со мной не хотят дружить. Зато я с вами хочу дружить. О, на. Смотрите, ребят, видели, как он клювом бьет? Такой, на. Хо-хо-хо. Прям, ребята, в голову. Капец. Ну и, кстати, да, ребятки, я говорю вроде... Маленькие радужные друзья, да, маленький динозаврик. Маленький вот тот розовый какой-то чудик без рук. Он чисто, ребят, на ножках бегает. И вот такой маленький цыпленок. А на самом деле, нифига не, ребят, не маленький. Потому что, смотрите, это, ребят, самый обычный среднестатистический человек. Ну, там, 1,70-1,80 м ростом. И мы, ребят, выше, чем они, чем людишки, понимаете? Так, ребят, огромная какашка напала, ё-моё. Мне еще, ребят, какашек не хватало здесь. Ха-ха. Ладно, давайте, ребят, попробуем какашку завалить. На, получай, какашечка. Ну, кстати, ребят, если честно, я такого не ожидал, то, что мы будем с какашками сегодня драться. Так, откуда вообще есть, ребят, какашка? А, какашка-пожиратель. Она, по-моему, слишком сильная, я, ребят, убить не могу. Давай, 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 капец, она, ребят, сильная. Ты уже немало ранил. Ну, сейчас, ребят, попробую ее убить. Давай, давай, клюем, ребят, какашку, клюем, клюем, клюем. Давай, клюйся, какашка, клюйся. Капец, она, ребят, живучая, обалдеть. Ладно, все, мне, ребят, надоело ее убивать. Она реально практически бессмертная. Ну и раз, ребятки, это людишки, 1,70-1,80 м ростом, да? А наш, ребят, чудик чуть выше, получается, ребят, этот маленький цыпленок 2 метра ростом. А теперь, ребят, представьте, вы увидите какую-нибудь курицу или утку, да, размером с человека или даже больше. Думаю, вы обалдеете очень-очень сильно. Так, так, так. На, все, ребятки, склевали ту какашку наконец-то и перебили всех этих людишек. Вообще, да, ребят, радужные друзья не такие уж и маленькие, потому что... Даже самые маленькие радужные друзья очень даже такие не маленькие по сравнению с людишками. Хотя это когда мы, ребят, сравнили с людишками, да, размеры? Обычно мы там сравнили с сиреноголовыми, с хагиваги, а тут всего лишь какие-то маленькие люди. Ребят, смотрите, мостовые черви там появились. Были люди, стали мостовые черви. Хо-хо. Ё-моё, один меня заметил. А, ну ладно, в принципе, ребят, еще сложно, знаете почему? Я думаю, ребят, знаете, птички любят там червячков всяких, да? А это, ребятки, не червячок, это червяк, такой здоровый червь. Мостовой червь. Так что, ребятки, наша птичка подходит и просто клюет такого червяка. Так, ребята, а ну-ка, ням-ням-ням. Почему меня, ребят, мостовые черви вообще не атакуют? Эй, мостовые черви. Какие-то они, ребят, очень глупые. Эй, о, заметил. Какие-то они реально, ребят, очень глупые. На, все, готово.
Ну и вот еще, ребят, двое. Мостовые черви, прием. Я здесь. О, ребят, заметили наконец-то. Ну то есть, ребят, получается, хоть наш вот этот птенчик, да, желтый радужный друг, хоть и маленький, но, так скажем, удаленький. Маленький да удаленький. Больших червяков, видите, ребят, до раз клюет. То есть он, ребят, довольно-таки сильный. Это, ребятки, были трое самых маленьких радужных друзей. Желтый, розовый и оранжевый. И теперь давайте, ребят, поиграем за больших радужных друзей. За синего, фиолетового и зеленого. Ну что, ребятки, теперь играем за синего. Эти люди не хотят со мной дружить. На, получайте. Да, ребят, синим старшим другом не захотели дружить. Так что он разозлился и начал всех просто убивать. На! На! Так, на, получайте. Ладно, ребят, в принципе, по стандарту сейчас этих людишек поперебиваем. Слушай, Дарк, что-то мне уже людей как-то скучно убивать. Давай каких-нибудь монстров, а? Всяких там... О, скелетоны какие-то, смотрите, ребята, бежали. На, получайте, на! О, в принципе, ребят, ничего сложного. Они всех людей, ребят, уже поубивали, обалдеть. Всех этих спецназовцев. Так. Вот, ребят, оглушаем. Капец, ребят, конечно, спецназовцы надымили здесь, да? Понабросали дымовых каких-то гранат, и теперь ничего не видно. Так, на. Слушай, давай мультяшных там, не знаю, псов, котов, еще кого-нибудь. Ну ладно, ребят, в принципе, этих всех перебили. О, мультяшки. Так. На, получайте. На, о, это совсем, ребят, уже другое дело. Вы помните, да, как долго оранжевый динозаврик с ними пытался справиться? Очень-очень, ребят, долго мы убивали всех этих котопсов. Мультяшных котопсов. Ну, точнее, это, опять же, мультяшные песики, но какая, ребята, разница? Синий же, ребята, радужный друг, намного уже сильнее, чем оранжевый, намного больше, намного, видите, ребят, выше, сильнее, да, мощнее, поэтому мы довольно-таки, ребят, легко перебиваем всех этих мультяшек. Ё-моё, ребят, сколько воров костей подбегало! Так, а ну, подходите давайте, на! Ребята, они уже намного сильнее, чем какие-то там мультяшки, да? А, ребят, неприятно, бьют меня, какой-то кислотой плюются, или каким-то ядовитым газом. Капец, во! Ладно, давай хоть с одним справься. Ну давайте, ребят, попробуем. А человек даже не особо не повредил? Ну да, ты мало хп ему отбавляешь. Убиваешь, ребят, конечно, но на это время потребуется. Я понял. Да, давайте, ребят, хотим с одним. А то что-то как-то жирно слишком будет, да, против четверых воров костей драться. Воры, ребят, костей очень даже сильные. Я бы не сказал, что это какие-то слабачки там. Нет, ребят, это очень даже не слабачки. Так, на, получай. На. На, все. Это, в принципе, ребят, было довольно-таки легко. Ребят, смотрите, несколько билкволкеров прибежало, на, о, ну, кстати, билкволкеры, ребят, не настолько сильные, не забывайте, друзья, довольно-таки старые монстры, поэтому мы довольно-таки их быстро всех поперебивали. О, ребят, тут уже злые билкволкеры, ай-яй-яй-яй-яй, ребят, ничего хорошего, так, смотрите, ребят, я буду читерить, я прямо отсюда буду бить, они меня просто-просто здесь не достают, хотя ладно, на самом деле, ребят, слишком читерно, так, на, все, минус, так, следующий. Были бы, ребят, билкволкеры более новые монстры, да, более современные, они были бы намного сильнее, а так они, ребят, довольно-таки, видите, слабенькие. Ладно, ребятки, вот такой прикольный синий радужный друг, и давайте мы теперь поиграем, за фиолетового нового радужного друга, короче, ребята, погнали. Ну что, ребятки, теперь играем за фиолетового чудика, вот такого фиолетового друга. Раз, два, три, все, ребятки. Эй, людишки, будете со мной дружить? О, ребят, походу не будут. Так, на, о-хо-хо. Ну, сейчас мы, ребят, с ними быстренько разберемся. Фиолетовый, ребят, намного сильнее, чем предыдущие все монстры, чем синий чудик, и тем более, чем те маленькие оранжевый, желтый, розовый. Он, ребят, по силе примерно как зеленый, то есть который сейчас будет следующий, так что очень-очень-очень сильный. Ну и да, ребят, мы уже устраивали, еще раз говорю, битву старых против новых радужных друзей, и там, ребят, как раз фиолетовый сражался против зеленого, и там, ребятки, можете узнать, кто же победил и кто же сильнее, фиолетовый или зеленый. А так эти ребятки вдвоем очень-очень сильные, так что с людишками они довольно-таки быстро разберутся. Так, все, ребят, сейчас, поперебиваем этих всех людишек. Не, мне кажется, даже слишком скучно. Дарк, давай монстров всяких, а? Там мультяшек, мостовых червей, даже давай милкволкеров, не знаю, кого-нибудь, короче, давай. Какую-то толпу разных монстров. Мне, кстати, ребят, этот фиолетовый чудик напоминает какого-то монстра длинные ноги, маму длинные ноги или папу длинные ноги. Видите, ребят, тоже такой длинный, резиновый какой-то, растягивается, длинный у него, видите, конечности, руки и ноги. О, ребятки, смотрите, костюмены. Но вообще, наверное, ребят, Сиди должен был предыдущий чудик сражаться против костюменов, потому что он прям очень сильно на них похож. Но, в принципе, ребятки, наш этот фиолетовый чудик, фиолетовый радужный друг, тоже, в принципе, против них может посражаться.
Ребят, смотрите, хагиваки! Ё-моё! А! Ах вы поганые хагиваки, а! Хватает меня, ребят, видите, да? Не дают мне даже ударить по ним. О! Тихо-тихо. На, получайте. Так, ребят, бьем их, бьем. Капец, они, ребят, хватают. Бросают со стороны в сторону. Капец, ребятки, как же сложно сражаться с этими хагиваки. А! Видите, меня постоянно бросают, отбрасывают, кидают по всей карте. Так. О, кажется, мы, ребят, одного убили. Я даже, ребят, ничего не понял. О, еще, кажется, одного. О, тихо. Ребятки, короче, мне нужна, кажется, помощь. Хотя, ребят, я застрял, меня схватили. Ребят, меня схватили, увидели. Нужна, ребят, помощь. О, ребятки, смотрите, подкрепление наконец-то прибыло. Ура! Радужные друзья, ребят, пришли к нам на подкрепление. Синий, желтый, оранжевый и розовый. Ну, короче, все те, за которых мы, ребятки, играли. Наконец-то. Кажется, я там кого-то, ребят, еще слышу. Еще хагиваги. Ребятки, смотрите, еще хагиваги подолетали. Ё-моё. Прям сверху поспрыгивали. Так, ребят, бьем их. Ай, схватили. Хотя, по-моему, моя, ребят, тут помощь даже не нужна. Так. Наши радужные друзья довольно-таки легко, видите, с ними разбираются. Да, ребят, что с желтым, ребят, произошло? Но это ему не помогло. Вообще, да, ребятки, такой вот прикольный фиолетовый радужный друг. Очень даже, по-моему, ребят, прикольно получилось. Да, ребят, в одиночку, конечно, сложно сражаться с толпой хагиваги. Но на то это, ребята, и есть радужные друзья. На то и нужны друзья, чтобы помогать. Вот и собрались эти радужные друзья, конечно, кроме зеленого, которого еще не было сегодня, да, в этом выпуске. И надавали лей хагиваги. Вообще, да, ребятки, такой прикольный фиолетовый чудик, который чем-то похож на монстра в длинные ноги. И давайте мы теперь, ребятки, поиграем за последнего радужного друга, за зеленого. Ну а теперь, ребятки, наконец-то зеленый радужный друг. Вы будете со мной дружить или не будете? О, ребят, видите, никто не хочет с ним дружить из этих людишек. Ну теперь, ребятки, смотрите, что сейчас он с ними сделает. Так, на! Да, ребят, просто смотрите, пробегаемся, бьем их своими руками, да? Размахиваемся, ребят, вот так вот. И все, и людишки, ребята, разлетаются. Хо-хо-хо. Вот это да, на! Капец, ребят, ну тут просто без шансов, по-моему, видите, да? Короче, ребят, зеленый очень-очень сильный, просто, ребят, невероятно сильный. Так, ребят, этого схватили, этого. Ну и вот, ребят, самый-самый последний. На, все, хо-хо-хо, готово, ребята. А, что? Мопсы-гусеницы, ребята, бежали. Тихо-тихо. А, ребята, капец, ребята, летели эти мопсы-гусеницы, видите, просто жесть. Так, одну схватили. Так, давай. Так. А, ребят, отталкивают меня постоянно, отбрасывают. Ай, очень такие, ребят, неприятные, конечно, монстры эти мопсы-гусеницы, видите, да? Постоянно отбрасывают. Так что, ребятки, против них нужно прямо такими максимально жесткими методами сражаться. А то это просто капец. Против них, ребят, практически невозможно биться. Давай, зеленый. По-моему, нам, друзья, нужна помощь. Две мопсы-гусеницы это слишком, ребят, жестко, слишком, ребят, опасно. Так, на. Ну вот, ребятки, подкрепление прибыло. Так, на, получай, мопс-гусеница, получай. Капец, они, конечно, ребят, видите, отбрасывают постоянно. Очень такие реально, ребят, бесячие монстры. Так. Чё ты маленького розового друга, а, трогаешь? Маленьких обижаешь? Ну, сейчас тебе надаю. На. Ну вот, ребятки, получается, все радужные друзья в сборе. Ой, только, кажется, я, ребят, залагал, во. Кажется, ребятки, немножко застрял. Спасибо, ребят, достали меня. Все, ребят, радужные друзья в сборе. Синий, зеленый, оранжевый, желтый, розовый и фиолетовый. Три старых друга из первой главы Rainbow Friends. Да что ты опять этого розового трогаешь, а? Говорю, малышей не обижать. О, все, ребятки, наконец-то одну псогусеницу завалили. Ну вот, ребята, минус вторая. Все, отлично. Готово, ребят. Все, всех убили. Кстати, ребят, где фиолетовый? Походу, где-то он застрял, да? Где-то он, ребятки... А, вон, вижу. Вот там, ребят, видите, он... И вот туда мопсогусеницы зашпульнули, да? Забили его, ребята, что да. В рот, получается, вот этого туннеля. Ну, вообще, да, ребятки, такая сегодня была обалденная серия. Сегодня мы вам, друзья, показали все-все-все виды радужных друзей Rainbow Friends'ов. Синий, зеленый, оранжевый, розовый, желтый и фиолетовый. Вот такие, ребятки, обалденные радужные друзья Rainbow Friends. Не забудьте, друзья, подписаться на канал, поставить лайк. На канале, ребят, уже было много роликов про Rainbow Friends'ов, поэтому, если вы что-то, ребят, не видели, то обязательно посмотрите. Ну, а с вами, как обычно, были я, SlikeMust, и, конечно же, Dark. До встречи, друзьяшки, в новых роликах. Всем, ребят, желаем удачи, до новых встреч, пока-пока! Всего хорошего, ребята!